Филиппов, ты почему не на утреннике? Ты же должен играть, детей развлекать. Да, ништяк, Ефим, запомни эту громкость, давай так. Играть громко, только да. В свободное время. Иди, смотри, Гоша, развлекай давай, детей. Это сделаем, да. Это у нас перкуссия. Быстрее! Надо их расположить так, чтобы самые тихие были по центру. Нужно, чтобы пилу обязательно активировали. Пилу мы можем отдельно. Давай отдельно. Перкуссию надо расположить так, чтобы самые громкие были здесь. Это же надо. Наоборот, да? Самые тихие здесь, а самые громкие... Играть он собрался. Самые громкие по краям, чтобы они были дальше от микрофона. Я буду играть. А тихие вот все эти колимбочки, микроштучки. Ребят, ну вот, посмотрим, мы все... Слушай, а тебе не хочется туда пойти поиграть? Вон к ним. Чем они там занимаются? Я же не зря здесь сижу целыми днями каждый день. А кто, по-твоему, будет заниматься записью этих ребят? Кроме как не я, а? Да мы вообще-то все тут делаем много чего. И они в том числе тоже. Но они как-то выбрали время на это. Чувак, иди к ним. Можно. Если бы это было так просто. Синхронизировать наше дыхание. И вот давайте возьмемся за руки. И первая часть этого ритуала. Вставай между мужчинами как раз. Это мы передаем просто. Мы как будто вот это дыхание общее. Мы запускаем по кругу. И вот я передаю, вот здесь очень важно вот почувствовать мое дыхание. Я вот буду тебе передавать дыхание, а ты его почувствуешь. Тепло моего дыхания. И когда, не торопись, когда ты его, как бы, я тебе его передал, отдал тебе его, а потом ты передаешь своим дыханием Диме и так далее. А потом, когда мы, вот оно возвращается, и потом мы в какой-то момент, не договариваясь, просто вот на вдохе поднимаем просто руки вверх. Вообще понимаешь, что происходит? Ребята играют, кто-то же должен собирать этот материал. Кто-то должен ходить и собирать вот эти вот, как ты говоришь, жемчужины. Ты вообще совершенно не оцениваешь ситуацию, совершенно не понимаешь вообще, что происходит. Грузится микс очень у Ефима. Сделай. Так, грузится в наушниках? Да, в наушниках. И нам нужно проверить нашу с ним связь сейчас. Раз, два. Ты слышишь этот микрофон, да? Раз, два. Он не должен выходить только сюда, вот, в монитор. Так, а это на поле микрофон, да? Да, который на полу, он не должен выходить в монитор. Сейчас отключим. И
и он должен выходить всем в наушники. Сейчас он не выходил, да? Погоди, я... Что-то там бубнило. Бубнило что-то. Вот теперь не бубнит. Это слышно через мой микрофон в зале, я его буду отключать во время зала. Все, в наушниках слышно сейчас? И... Слышно? В наушниках не актив. Нет? Нужно, наверное, побольше. Buenas noches, señores. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué no? ¿Todavía no preparada? ¿Dónde está Mark? ¿No es Mark, no? ¿Dónde está Mark? ¿Qué es esto, señores? Por favor, ¿por qué no hemos preparada? ¿Por qué? ¿Dónde está mi guitarrista? ¿Dónde está mi guitarrista? ¿No es Mark? Señora. Dime, por favor. Señora, поймите, это чистая импровизация. Жизнь, сеньора, это импровизация. Мы все находимся в постоянном... Un minuto de silencio, Marco, por favor. ¿Por qué? Да. ¿Por qué? No todavía, все, no preparada toda. No, мы с Пандором avión, еще не планируем. Мы avión, здесь просто создаем tiempo, здесь и сейчас. Здесь и сейчас. ¿Por qué? Nuevo mañana. Здесь и сейчас. Tenemos un plano, contrato, solo contrato. В контракте мы тоже будем с контрактом импровизировать. Este suelo, esto suelo, no es bastante. ¿Dónde está mi suelo? Thank you.
Лишний звук, лишнего звука не бывает. Бывает плохое его осмысление. Те, кто тише. Первый ритмический размер называется пиво. Понимаешь? Пиво. Понял. А второй? Первый ритмический размер называется пиво. Пи-бо. Раз, два. Пи-бо. Пи-бо. Раз, два. Пи-бо. Раз, два. Пи-бо. Раз, два. Пи. Раз, два. Пи. Thank you.
они пришли в этот мир. Но они начинают играть и превращаются в людей. Прекрасных людей. Лучший клеток. Они люди. Они музыканты. Они сама музыка.